Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Бельканто. Меня зовут Елена Корнелис Сысоева, я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Милуки де Монако. И я продолжаю освещать записи конкурса Чайковского 17-го международного и продолжаю высказывать свое мнение об участниках. Итак, Зинаида Царенко. Номер 9, меццо-сопрано. Я сразу обращаюсь к своим конспектам и говорю, что я написала. Акценты крещендо должны петься техникой. И, к сожалению, в ее пении это все поется накатом на голосовые связки и вообще на голосовой аппарат. Иначе получается перегрузка. Нельзя эмоциональностью нападать на голос без технического приема. Все крещендо, акценты, диминуэндо, они все должны делаться техническим приемом. Очень часто понимают в диминуэндо, что должно быть техника, а вот в крещендо и акцентах забывают об этом. Мне понравилось очень хорошее дыхание в спину, профессиональное пение в этом отношении, но не каждая нотка у нее звучит с металлом. Гласная А должна иметь глубину и остроту. То есть в зависимости, как она используется. Я обратила внимание, что иногда она А использует правильно, иногда нет. Хотелось бы большего пения без интервалов, чтобы гортань, как только неправильно технически берется, гортань сразу поднимается. Не хватает резонансного потока легато. Получается ходячая легато, такой разговорной манера связывания нот. Следующий участник, Игорь Морозов, номер 10. Профессиональное пение, правильный посыл назад резонанса. Нужно доработать еще правильное раскрытие в правильные моменты нижней челюсти, которая должна быть вовнутрь, а не вниз открываться. Пожелания. Хотелось бы лучшего использования дыхательной системы. Во время вдоха должны работать более низкие мышцы с точки зрения старой итальянской вокальной школы. Смысл произведения должен быть именно в тембре, в резонировании. Вот это как бы немножко ускользает. Берется просто эмоциональной подачей вне голоса. Да, вне голоса. Вся динамика должна быть технической, не должно, опять же, быть наездов на голос. Голос должен быть обязательно в резонансе. Всего доброго, до свидания.